Привет, привет, мой хороший! Привет, дорогие друзья! Ребята, боги-боги! Мой поварёныш обкакался, отписался, боги-боги! Сделал шоколадный фондан, и смотрите, что с ним творится! Он весь грязный, мухи над ним летают, и он упипинкивается! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй! Я друзьям своим обещал том, что сделаю ремонт во всем доме! А ты, сырун малой, лети на унитаз, бринк! Да, хух, полегчает час. Так, друзья, я думаю, что вы уже поняли. Сейчас мы будем делать ремонт у моего Томика. Во всех комнатах, да. Кстати, поставьте лайк под видео, мне будет очень приятно, друзья мои. А кто не подписан на канал, подписывайтесь, будем дружить с вами. Так, моем тебя, моем мылом. А, попарил свои косточки. Я вот сейчас накушаюсь, и марш давай делать ремонт. Так, друзья, начнем мы ремонт делать. О, 9 уровень. Ого, мы на 10-м. Вау, мой Томик подрос, друзья. Он стал еще больше. Трич. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Класс. Любим дни рождения. О, открылся, смотрите. Ух, открылись вот новые локации. Посмотрим, что здесь в сундучке. Опа, яблочко инжир. Опа, акваланги, еще какие-то галочки. Вообще непонятные штуки, зачем они надо? О, золотая карта, друзья. О, и у нас есть самолет тыква. Это как раз к Хэллоуину, который недавно прошел. Ладно, друзья, попробовать? Конечно, попробовать. О, выбрать самолет тыкву. И, друзья, значит, мы начнем ремонт со двора. Так, давайте, что же у нас будет за ремонтик? Конфетный парк, это у нас сейчас. Американские горки. Далекие миры, нет. Тихий пригород, ну это деревня, нам пока что не надо деревня. Тропический рай, о да, хочу кокосик, хочу дымку. Так, таинственный лес. О, город, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Так, американские горки, друзья, мне нравятся американские горки. И сейчас мы в этом стиле сделаем себе все. Цирковое логово. Ну, так себе. Домик питомцев. Домик соты, это как пчела. Морской домик. Волшебный домик. Летающий домик. Вау, ну давайте, летающий домик. Это вообще какое-то волшебство. Каменный пол. Зеленый дворик. Каменистая лужайка. Песчаный пляж. Лесная поляна. Начищенная дорожка. Вот это да, это наш стиль. Так, и чё? Всё, и тыква, и самолет тыква. Или может всё-таки что-нибудь... О, вау! Реактивный самолетище, друзья! Так, мне нравится самолет. Это крутейший самолетище. Так, ну всё. Мне вот этот ремонт здесь нравится. Набор волшебный лес. О, круто, волшебный лес мы тоже можем сделать себе. Так, смотрите, друзья. Ремонт классный, но Том засыпает. Пойдем в спальню, Томик, и сделаем ремонтик здесь. Не спать, не спать. Начнем мы с шкафчика. Так, шкаф с ящичками. Веселый шкаф. Бамбуковый шкаф. Волшебный шкаф. А давайте сделаем волшебный. Пусть все будет волшебное. А ну, волшебную кровать нам сделайте. Уютная кровать нет. Бамбуковая нет. Цветочное гнездо тоже нет. Современная кровать это не сюда. Ой, а где цветочное гнездо? Скорее всего, друзья, цветочное гнездо это наша тема под волшебный шкаф. Хорошо, теперь коврик. Коврик с облаками. Коврик в клеточку. Коврик ракушка. Вообще не в тему. Коврик книга. Коврик тачскрин. Ух ты, ну это не к нам. Короче, друзья, коврик книга. Вот это наша тема. И меняем с вами, опа, обои со звездами. Волнистые обои, сказочные стены. Вот-вот-вот, и еще ковер на полу надо поменять на сказочный. И будет четко. Отполированный пол. Скорее всего, отполированный пол. Ну, ладно, короче, так. Несостыковки, небольшие несостыковки есть у нас. Мне, наверное, скорее всего, кровать не нравится. Ну, пусть вот это будет. Ладно, вот такой вот ремонт у моего дома в спальне, друзья. Ну, давайте примерим. Не спать. Ха-ха-ха, не спать, не спать. Ладно, а ты можешь спать, ты нам не мешаешь.
теперь пойдем делать. Гляньте, вот храпит, храпит, аж сюда слышно. Теперь мы сделаем ремонт в туалете и поставим здесь какой-то квадрат. О, давайте сделаем в морском стиле. Пусть будет унитаз-ракушка. Стены с лапками. Плитка для ванной. Волнистые, сказочные, стеклянные. Короче, вообще тут такое непонятное. Ну пусть плитка для ванной будет, конечно, мы же в ванной. Ковер с пузырьками, ну пусть будет. Какой тут еще есть? Ну ладно, пусть так и будет. Блестящая плитка. Кафельный пол. Ну не, пусть блестящая плитка будет. Круглая ванна. Короче, все такое интересное. Ванна с якорем. О, унитаз и ванна у нас совпадают. И сейчас здесь что-нибудь подберем. Бамбуковый шкафчик, глиняный горшочек, медицинский дрон. Короче, короче, мне кажется, что нам подойдет вот эта вот штучка, глиняный горшочек. Так, ну что, друзья, здесь мы тоже ремонт сделали. Вот так. Вроде бы клево, мне очень нравится. И осталось у нас сделать ремонтик в этой комнате, это крылечко. Крылечко у Тома. Чик-чик. Сейчас мы тоже сделаем весь домик веселым. Нет, милый дом. Уютное бунгало. Пляжная хижина. А ну давайте сделаем во дворе пляжную хижину. Так, а ну где тут уютный ковер? Ковер-пазл. Карта сокровищ, да-да-да. Так, 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 каменный не годится. Нам надо какой-то луж... О, песчаный пляж. Щух. Ярмарочная приставка. О, пляжная приставка. Вот это наша тема. И сундук тоже надо поменять. Ярмарочный нет, веселый нет. Сундук с сокровищами. И поменяем. Вот, видончик. Смотрите, колесо обозрения какое крутое. Но это не наша тема, не наша. Вот наш тропический рай, друзья. Yes! О, мы тут угадали, набор завершен. Тайный пляж. О, это там, где люди голые, наверное, загорают. О, тайный пляж. Так, друзья, где мой Том? Том, просыпайся. Не ты нажал кнопку, друзья. Том, Том, иди в туалет. А ну, оцени-ка. Хочет спать, друзья. Ладно, друзья, нравится вам видосик и новый ремонт у Тома? Тогда ставьте лайкосик, будем с вами дружить. А на этом я заканчиваю мой видос. Пока-пока.